На этой неделе состоялось совещание в Совете министров Республики Крым по моим будущим проектам. Я очень рад, что спустя полтора года, но все-таки это совещание состоялось. И всем проектам, которые были одобрены прежним составом правительства, дан зеленый свет сегодня уже новым составом правительства. Ну, самая большая заслуга в этом, я считаю, что вице-премьера крымского правительства Бальбека Руслана Исмаиловича, вот, именно он настоял на том, чтобы все-таки было проведено это совещание. Ну и, конечно, Сергей Ильич Аксенов, который пригласил когда меня к себе и одобрил еще раз, подтвердил приверженность к моим проектам. Сегодня, когда с одной стороны ушло время, с другой стороны еще есть желание реализовывать проекты, приходится между чем-то выбирать. И сегодня к приоритетным проектам я считаю отнести строительство Крымского Колизея около парка Львов-Тайган. Это расширение территории парка Львов-Тайган в сторону Тайганского водохранилища в связи с тем, что мы ожидаем приезд слонов из Индии в ближайшее время. И городской зоопарк Евпатории. Мне все-таки хочется, чтобы детский курорт Евпаторийский обзавелся городским зоопарком, местом досуга, тем более территория незастроенная, выделенная есть, тем более проект и сделан, и мы существенно продвинулись в оформлении земельного участка. Главное, что на совещании присутствовал заместитель городского головы Евпатории, который подтвердил, что город заинтересован в строительстве и создании Евпаторийского городского зоопарка. Вот этим мы и займемся осенью этого года, как только будут оформлены все документы и будет дано разрешение на строительные работы. На прошедшем совещании в Совете министров поднимался вопрос, в том числе и о объектах, которые уже строятся. В частности, парк развлечений «Белая скала». Руслан Исмаилович Бальбек, вице-премьер Крымского правительства, подтвердил, что глава республики хочет в ближайшее время заехать и лично посмотреть и парк Львов-Тайган, и те объекты, которые сегодня находятся уже на стадии реализации, в частности, парк развлечений «Белая скала». Я с удовольствием покажу главе республики, что уже сделано, что я хочу сделать при поддержке правительства, какое замечательное место выделено для этого парка. И мне кажется, что когда он увидит, где расположены парки, что они из себя представляют, как к этому относятся посетители парка, то он убедится в правильности тех решений, которые принял по расширению парка Львов-Тайган и реализации моих новых проектов.